Всем привет, с вами Денис на канале D-Game, и сегодня у нас первый взгляд Кадзе и Дикие Маски. Это платформер пиксельный, обожаю пиксельные игры. Так, погнали, нажмите Space, чтобы начать. Нажали, первая ячейка, да. Так, свободный режим, дополнительные сердечки, контрольные точки для тех, кто любит платформы, но давно не играл. Оригинальный режим, настоящее приключение для азартных игроков, которые нравятся сложные испытания. Не. Мы первый взгляд, мы просто смотрим, что это за игрушка. Итак, я не немножко почитал в Стиме. Это платформер. Какое-то проклятие будет на нас, на зайцев тут, я так понимаю. Главный герой это зайчиха или заяц. Кто это, непонятно. Заходят в какой-то страшный замок. Так, я себе чуть-чуть вот так вот отодвину, чтобы тебе побольше обзора было, в общем, да? Итак, они нашли какое-то кольцо. Вот, это вроде мальчик, это вроде девочка слева, но это не точно. Так, нехрен брать вот эти магические вещи. Так, кольцо их, наверное, проклянет, что ли. Вышел страшная хрень. Забирает душу в кольцо. Блин, плохо сюжет, хотя бы не пишут внизу какой-то, знаешь, что происходит. Что это за мир, куда мы попали, чё как вообще творится. Это плохо, ну да ладно. Так, она хватает кольцо, в кольце душа, я так понимаю, ее друга или подруги. Так, из кольца вышла какая-то аура, ее, так я понимаю, спасла. Злой демон что-то там злится на всех. Ничего не понятно. Ничего, догадайся, мол, сам. Ну, хотя бы так описали, знаешь, в двух словах, что, мол, было так-то, так-то. Ну, да ладно. Итак, начинаем. Это все, я так понимаю, уровни, которые нам необходимо будет пройти. Итак, зайчонка грустит, но наш дух его оберегает. Так, выбрать. Выбираем. А, это этап. Первый этап выбираем. Загрузочка и смотрим. Начинается. Хрустящая морковь. Начинаем первый уровень. Я сразу бегу влево, потому что часто в платформерах слева какой-то приколюха лежит. Чаще всего. Так, мы собираем кристаллы для атаки. Я нажимаю вот эту кнопку. Хорошо, так, это какие-то непонятные фасолины, что ли, бегают на нас. Охотятся фасолины на нас. Пропрыгиваем их, блин, морковь убийца атакует нас. Так, собираем свое имя Кадзе. Так, можем по верху, подожди, а по низу? Я все буду исследовать, по низу тоже можно. Так, прыжок. Хорошо, красивая пиксельная графика, так, я вижу сверху какие-то непонятные вещи, которые я хочу взять. Какой-то портал, что ли, как будто он закрыт. Так, а ну прыгаем, нажимаем. Ничего не нажал, он сам затянул нас. Бонусный этап, собрать все кристаллы. Это я люблю собирать все кристаллы. Причем тут пока очень легко. Ага, у нас есть справа вверху, как ты видишь, время. Нам надо собрать за время все кристаллы. Ну, тут просто. Так, половина только. Я так понимаю. Да. Вижу, что какая-то поломанная часть, половинка. Так, по верху, подожди, по низу сперва. Вот он, второй бонус, да? Второй бонусный уровень. Бонусный этап — победить 5 противников. Окей. Большие, жирные, страшные морковины. Кто бы мог подумать? Для зайца, да? Это кошмар для зайца, когда морковки пошли против него. Так, еще вот сюда и вот... Ай, блин. Аккуратно. Да, хорошо. Ну, это легкий этап. Так, собрали. Вторая половина собрана. Окей. Зачем, интересно, оно нам надо будет? Я думаю, мы посмотрим. Так, все. Возвращаемся назад, зайчик прыгает. Приятная графика, очень приятная. Хоть и пиксельная, но прям вот достойно очень сделано. Так, последнее. Все, мы вообще все собрали. Сейчас с тобой мы молодцы, на изи. Все, вообще, все, что только можно собрать, собрали. О, конец, все. Финал, уровень пройден. Так, имя полное. Молодцы. Минимум 100. 100, я как раз 100 собрал, серьезно? Без урона уровень пройден. Я вообще красавчик. Да.
Так, и что нам дадут? Так, 1 из 6 кристаллов я увидел вверху написано. То есть их надо собрать 6. То есть по 2 бонусных уровня на этапе, наверное, будет. Желейные джунгли. Следующий уровень. Так, желейные джунгли. Баклажан. Синенькая. Или как там ее правильно? Так, а так вниз. Погоди, если я вниз пойду. Да, ой, какие-то новые монстры, смотри. Новые монстры, я думаю, их вообще нельзя убить почему-то. Я не буду пробовать, я не буду рисковать. Потому что это жили, и это монстры какие-то очень уж колючие. Если бы мне оружие какое дали. Может, будет какое-нибудь здесь оружие? Так, вот он стоит, что ты хочешь? Что ты хочешь? Я перелечу. Так, прыгнуть и нажать вниз и вот так вот. Нифига себе супер удар. Так, желейный монстр. Блин, я их прям... Вот тут уже сложно. Уже я тебе говорю, уже тут надо прям... Прям аккуратненько, не спешить. Так, ухо наша летающая. Фигня! Приколюха тут. Да я его даже не заметил! Так, ага, у меня жизнь отнимается. У меня вот этот мой ангел, он превратился с желтого в красный. То есть у него отнялась одна жизнь. Я так понимаю, еще одна жизнь и... Да, вот видишь, он желтым становится, когда я беру жизнь. То есть красный, возможно, после него. Либо мы проиграем, либо я стану без него. Как тут сложно-то? Ай, блин. И они хотели, чтобы я еще и на сложном играл. Не-не, ребят. Я тут... Первый уровень, если на изи мы прошли, то тут погоди. Тут до изи еще идти-идти. Так, аккуратно здесь. Прыгаем, прыгаем. Вниз прыжок. Отлично, я помню. Так, сюда налево. Я думаю, тут что-то будет. Так, бонусный уровень, да? Бонусный этап. Собери все кристаллы. Хорошо, как... Ага, ага. Попробуй тут собрать, блин. Подожди, она прыгает, у меня 22 секунды. Я сейчас все... Так, ага. Блин, не успеваю, мне же до нее дотронуться, наверное, ж нельзя будет. Так, пока получается. Получается, тут надо на ухе. Прыжок, прыжок на ухе. Отлично, прыжок. Отлично, прикинь, с первого раза. Вот это я не ожидал. Да, красавчик. Так, 92 рубина. Мне надо еще чуть-чуть, чтобы сотка была. Или может в этом уровне надо больше сотки. Так, здесь... Прыгать нельзя в этот... Как его? В воду вообще. Зайцы не любят воду. Так, вода это плохо, я понял. Так, мне ж не надо заново проходить. Не, не надо. Хорошо, хорошо. Хоть заново бонусные уровни не надо проходить. Это радует. Так, здесь надо очень аккуратно. Прям очень аккуратно. Хорошо. Хорошо, если не прыгаешь, он медленно, видишь, вот так. Мне надо, я так понимаю, сюда. Да, чтобы букву взять. Все, собрал слово свое. Отлично. Отлично, слово собрал. Так, блин, а я, по-моему, один этап, да, бонусный? Да, пропустил, получается. Один только, да, у меня есть. 100 собрал. Так, следующая у нас какая-то, какой-то типа замка, что ли. Давай. А, вот здесь надо, видишь, 1 из 6. Здесь, когда я насобираю все 6, я пойду на этот уровень. А это следующий у нас этап. Следующий, третий этап у нас дерево с шипами. Называется третий этап. Хорошо. Прыжок. Прыжок. Прокручиваюсь, выпрыгиваю, все собираю. Прикольные уровни, разные. Прям вот, прям отличаются сильно. Мне это очень нравится. Визуально не повторяются. Знаешь, о, там... Да, я увидел. Есть прям похожие очень сильно, а есть прям вот отличаются. Так, маска, лилт маска. Это ж дикие маски, видимо, да? Я беру маску. Нифига себе, что мне делать. Блин, я летать умею. Заяц, который умеет летать, ты это видел? Ай-яй, как тут сложно. Блин, тут надо пробел постоянно нажимать. Он не в зажиме не работает. Так, ага. Умри, помидорина. Умри, жуткая помидорина. Так, взял. Так, этих тоже можно попробовать убить. Ну, потом. Так, там наша буква. Блин. А ну. Ну, блин. Нифига, ему вообще пофигу. Ему вообще пофигу, я тебе говорю. Так, это... Да, аккуратно, погоди. Вот так вот. Умри.
Так, налево, если полететь. Налево, бонусный уровень. Я тебе говорю, налево часто надо летать, ходить в платформерах. Так, что у меня здесь? Кто я? Ага, я птичка, которая должна собрать все-все-все кристаллы просто. Просто трешакова все-все-все за 18 секунд. В принципе, это не сложно. Я тебе говорю, это не сложно. В принципе. Управление ужасное. Я тебе говорю, на полете управление очень сложно. Ты должен постоянно нажимать пробел, ну, либо прыжок, как у тебя там будет. И чтобы она как парила, знаешь, это ужасно и непросто. Так, я взял, тут шипы у нас. Я так понимаю, на шипы нам нельзя дотрагиваться до шипов. Он мне напоминает, знаешь, что? Мне напоминает почему-то этого, как его, червяк Джим. Там вот в воде только ты плаваешь, тоже нельзя было до стен докасаться. Вот, блин, почему-то она мне пришла на... О, блин, нельзя тут. Так, тут надо в него стрельнуть. Сейчас он стрельнет, я опущусь, кину в него эту фигню и взлечу. Вот, фух. Так, тут я могу даже пешком пройти. Хорошо, тут можно вверх. Можно вверх? Да. Зачем, не знаю. О, еще один бонус уровень. Ты посмотри. А там направо, по-моему, выход был. Победить противников. Хорошо. Так, мне в них надо пуляться, я понял. На тебе. Аккуратно. Аккуратно. Не торопимся. Не торопимся. Не торопимся, блин. Так, еще сколько нам? Еще четверых. Их же пропускать. Ох, офигеть, их тут много. У меня мало очень времени. У меня очень мало времени. Взлетай, взлетай. Ну почему этого я не могу? Блин, я не смог. Повторить попытку. Да, хочу еще попробовать. Давай, 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 давай. Я сейчас получится, я тебе говорю. Просто это первый раз у меня. Тут у него, видишь, еще вот это полет у него вот этот дурацкий. То есть стреляет он криво-то. То есть надо ориентироваться, что выстрел будет не снизу чуть-чуть. Вот, видел? То есть чуть-чуть снизу будет проходить. Так, сколько еще от них? Все, наконец-таки. У-у-у. Сложно. Помидоры стреляют. Помидоры стреляют. Я только сейчас заметил. Морковка, это жестко. Это трэш, это прям трэш какой-то. Ну прикольно, так, это финиш. Финиш, летим, летим, ура. Все, молодцы, вообще клево. Так, уровень пройден. Надпись собрали, по идее. По идее это с двух сторон, да. 100 насобирал, 103. Все, четенько, четенько. Еще бонус дают, если ты ни разу не повредился. Так, ну давай еще один уровень. Посмотрим, что там будет. В принципе, игрушка интересная, в принципе, прикольно. Мне нравится. Такая она несложная на таком режиме. Путешествие по лозе, следующий уровень. Но весьма интересно. Вау, на ушах теперь он. Круто, как лазит. Так, вниз спрыгиваем. Окей. Окей, залазим. Прикольная анимация. Так, схватить горшок, кинуть горшок. Ой, прикольно как. Так, прыжок, прыжок, прыжок. Аккуратно. Аккуратно, собака, помидор. Так, а если вниз я спущусь? Я так и думал, что тут что-то есть. Ах ты, зараза. Я думал, ты на меня с агрессия. Я думал, ты на меня с агрессия. Подожди. Так, тут упасть невозможно. Надо уши применять. Для прыжка надо применять уши. Я про них забываю. Помидор гребаный. Налево. По-любому там что-то есть. Я тебе говорю. Тут, в принципе, предсказуемо довольно. Не слишком... как бы скрытые бонусы. Так, что тут у нас надо? Собрать 9 кристаллов, да? Вниз, прыжок, прыжок, вниз, могу стоять. Хорошо, прыжок сюда. Отлично, уши, 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 применяем уши. Так, сюда, нет, сюда. Хорошо, прыжок, прыжок. Да. Так, здесь уши. Ага, ага, все, четенько, вообще на изи. Как будто бы всегда в ней игра. Отлично, отлично, отлично. Так, сюда, прыжок. Так, стрелочка показывает даже нам, куда идти. Блин, ну мне нравится. Мне нравится, что она не сложная, вот на легком режиме. Конечно, для олдов таких, которым нравятся прям сложные игры, они, конечно, могут сказать, что, ну, легко слишком проходится. А вот мне по кайфу. Я пойду тебя уничтожу. Ты думаешь, я пропущу свою букву? Нифига.
Так, уходим, уходим. Она потом сгорает. Бедная морковина, она сгорает. Так, взяли, подожди. Куда ты бросил ее? Надо держать кнопку. Я понял, надо держать. Получай жизнь одну. А еще есть жизнь? А, не, она мне дала, короче, больше двух не получается. Больше двух тут нельзя. Погоди, здесь надо прыжок низкий. Вот такой супер трюк. 50 только насобирал. Что-то мало совсем. Так, это фигня-то. Ой-ой-ой-ой, хорошо, да хорошо же все четенько на легком уровне. Я представляю, что тут на сложном. Так, бонусный, увидел, увидел, заметил. Так, это какой? Бонусный, собрать все кристаллы. Так, что мне надо сделать здесь? В принципе, не сложно, да? Не сложно. Да блин, несложно, я нажал зачем-то вниз, а не на прыжок. Повторить, пожалуйста. Несложно, ну я как-то косякну. Так, прыжок, хорошо. Прыжок, хорошо. В принципе, здесь можно туда пробегать. И сейчас обратно. Вот так, оп-оп-оп. Оп-оп-оп. А здесь два раза, да, придется. Сначала сверху, потом так вот снизу. Несложно, не, вообще несложно. Так, первое... Вторая половина. А, я ж первую собрал. Фух. Я что-то вылетело из головы, что первую уже собрал. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты. Я его не заметил. Все собираем. Так, прыжок и уши. Уши. Прыжок. Уши. Полетели. Блин, ах ты собака. Вот как надо. Злая помидорина. Тварь. Просто тварь. Так, побежали. Так, я вижу. Я хочу собрать последнюю букву. Конечно. Все, собираем все бонусы. Почему я... Так, нам надо... Мне не хватает буквально... Тут надо перепрыгивать. Я понял уже. Да блин! Нет! Ну как так-то? Ну как так-то? Так, можно вообще по низу, я смотрю, пройти? Так, я снова здесь, я снова тут. И по-быстрому здесь сейчас мы пройдем. Не спеша, не спеши. Не торопимся, не торопимся никуда, не торопимся. Мы убьем тебя, помидорина. Скотина такая. Так, прыжок, уши. Уши не забываем. Так, все, прошли. В принципе, почти финиш был, проиграл на финише. Уровень пройден. По идее, все собрал. По идее, все четенько будет. Смотри, опа. На втором левеле я не собрал одну зеленую и, соответственно, я не получу новый уровень. Жалко, блин, игра клевая, мне нравится, мрачную какую-то, так, свет и тьма, я просто зайду, просто посмотрю, я просто хочу посмотреть, что это, блин, ну красиво, свет и тьма, очень красиво, очень клевая игрушка, ребят. Если ты полностью прошел, расскажи мне в комментариях, что там было еще интересного. Я, возможно, ее попозже попрохожу самостоятельно. А на этом все. Понравилось видео, лайк, подписка, колокольчик. Чтобы не пропустить следующий стрим, обзор, прохождение, летсплей. Подписывайся на все социальные сети, все ссылочки в описании. Все у тебя самого наилучшего. До встречи. Пока.